В Енисейском районе энергетикам удалось возобновить электроснабжение 8 правобережных поселков. Напомним, 2 дня назад проходящий по реке плавкран зацепил стрелой провода высоковольтной линии электропередач и порвал их. Без света остались более 6 тысяч человек. Справиться с бедой помогали всем миром. Дизель-генераторы привезли из Красноярска, Хакасии, даже Кузбасса. 14 аварийных бригад все это время пытались восстановить подачу электроэнергии через поврежденный участок ЛЭП. Сделать это удалось буквально несколько часов назад. Все это время ситуация была на контроле губернатора края. Александр Ус отметил, что оперативно решить проблему удалось благодаря слаженной работе всех подразделений. Буквально через полчаса включились все наши оперативные службы энергетики, и для того, чтобы восстановить электроснабжение, были переправлены на этот берег целые комплекс, что называется, наших дизелей, и в итоге основные объекты жизнеобеспечения удалось запитать. Конечно, жители беспокоились, есть немало там проблем и неудобств, но в то же время у нас есть основания сказать спасибо всем, кто оперативно работал на ликвидацию этой аварии.